Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова. Кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине теплотехника. Теплотехническое оборудование для предприятий бетонных и керамических изделий. На тему. Тепловой баланс установок тепловлажностной обработки периодического действия. Студентов производства строительных материалов, изделий и конструкций. Лектор Майкотова Камиля Конопиевна. Удельный расход природного теплосодержания влажного пара. Коэффициент использования теплоты топлива при производстве пара. Доля единиц может быть принят равным 0,3. Низшая теплотворная способность газа может быть принята равной 35600 килоджоуль на кубический метр. Тепловой баланс пакета термоформ. Теплоноситель, влажный пар. Структура теплового баланса пакета термоформ практически не отличается от теплового баланса кассетной установки, а сам тепловой баланс может быть составлен по методике, описанной ранее для ямной пропарочной камеры. Однако, учитывая особенности конструкции термоформ, имеются и некоторые отличия. Период нагрева. Статьи расхода теплоты. Нагрев бетонной смеси. Нагрев термоформ. Испарение воды, затворение из бетона. Масса одного верхнего изделия. Количество испарившейся воды в процентах от массы бетона на одно изделие. Количество теплоты, необходимое для испарения 1 кг воды. Однако, если поверхность верхнего изделия накрывают брезентом или специальной полимерной пленкой, включающей испарение воды из бетона, то данная статья может быть исключена из теплового баланса. Этот вопрос должен быть освещен при описании установки. Потери теплоты в окружающую среду. Подробно методика определения теплопотерь изложена в приложении баланса ямной пропарочной камеры и теплового баланса кассетной установки. Ниже приведены лишь основные формулы. Рассмотрим теплопотери боковой поверхностью пакета. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности. Теплопотери низом пакета. Теплосодержание пара в тепловых отсеках. Объем паровых рубашек и отсеков. Теплосодержание пара. Плотность пара. Неучтенные потери теплоты и общий расход теплоты за период нагрева. Следующие статьи прихода теплоты. Теплота экзотермических реакций цемента.
тепловыделение 1 кг цемента, теплота, подводимая в установку с теплоносителем, расход теплоносителя влажного пара за период нагрева, общий расход пара за период нагрева, удельный расход пара за период нагрева и часовой расход пара за период нагрева. Также рассмотрим период изотермической выдержки, статьи расхода теплоты, испарение воды затворения из бетона, условия учета или исключения данной статьи в тепловом балансе. Потери теплоты в окружающую среду. Теплопотери верхом пакета. Теплопотери боковой поверхности пакета. Теплопотери низом пакета. Теплосодержание пара в паровых отсеках. Так как в период изотермической выдержки свежий пар в паровые отсеки подается в малых количествах. Данная статья может быть отнесена к неучтенным потерям. Неучтенные потери тепла.